квартирах жильцов многоэтажки на улице Шамиля Джикаева 4А теперь есть тепло. Дом сдали в эксплуатацию не так давно, только вот все необходимые коммуникации для подачи газа и тепла в квартиры не провели. Жильцы пытались решить проблему самостоятельно, писали письма в различные инстанции, профильные ведомства. Ответа не получали. Вопрос двинулся с мертвой точки, когда одна из жительниц этого дома вышла на одиночный пикет и обратилась за помощью непосредственно к главе республики Вячеславу Битарову. На сегодня проблему подачи газа в квартире удалось решить, провели все необходимые коммуникации. На протяжении 6 месяцев, но никак с мертвой точки, никак не сдвигалась. Ситуация была сложной, практически бесперспективной, безнадежной. Мы были в отчаянии и вынуждены были обратиться напрямую к главе республики Битарову Вячеславу Зелимхановичу. И лишь после его вмешательства на сегодняшний день ситуация с газом разрешена. Сегодня ровно 2 недели, как мы обратились к главе республики. За это время в рекордно короткие сроки были протянуты сотни метров газовых труб, газ подведен к дому, газ подведен в квартиры, открыты лицевые счета по газу.